От рядового до генерал-майора за один день. Такую возможность предоставили юным участникам военно-спортивного праздника «Георгиевская ленточка». Ребята получили погоны за успешное прохождение таких испытаний, как метание ножей, стрельба по мишеням, мотание портянок, подшивание воротничков и веревочная переправа. Во-первых, они погоны могут обменять на гречневую кашу, вкусную, с чаем. И, во-вторых, кто собирает, то есть им вручается георгиевская ленточка, и на парад победы, то есть они могут сказать, что я свою георгиевскую ленточку заслужил. Не купил, не где-то, то есть просто так дали, а именно заработал потом и кровью. Военно-спортивный праздник в день памяти святого великомученика Георгия Победоносца провели на территории Свято-Георгиевской часовни в Балыкове. Открывал торжественное мероприятие парад курсантов военно-патриотических клубов и ретро-техники. Нас пригласили поучаствовать в этом мероприятии, открытие часовни в честь святого. Вот. И, собственно говоря, мы привезли технику, автомобиль, мотоцикл. Ну и небольшим парадом с детьми прошлись строем. Они прошли строем за нами, а мы впереди проехали. Позднее юные гости праздника могли посидеть за рулем железного коня, в люльке или в автомобиле. Интерес к транспорту у малышей не угасал ни на минуту. Торжественную часть открыли приветственным словом протоиерей Александр Брюховец и депутат Михаил Савин. Военно-спортивная игра проходит у нас с вами в прекрасном историческом месте. Если посмотреть историю, что отличало наш народ? Это три составляющих компонента. Первое – сильное государство, второе – христианская мораль и нравственность, и третье – дружба народов. Вот для всего для этого проводятся как раз такие военно-патриотические мероприятия. Перед часовней провели пасхальный молебен, и в завершении официальной части праздника Павел Наваев наградил курсантов за успехи в учебном году дипломами. Ребята поначалу растерялись и долго не решались выйти на импровизированную сцену. Илью Сергеева наградили офицерскими часами за победу в конкурсе лучшего девиза. Теперь он звучит так: «Мы русские, с нами Бог». Мы проводили конкурс на звание военно-патриотического клуба, девиз, гимн. Как у каждого воинского подразделения, должны быть свои регалии. И вот Сергеев Илья, то есть он он озвучил как раз название гимна, придумал. Ну, не придумал, нашел, скажем так. И гимн клуба тоже, то есть это его заслуга. В конце праздника провели торжественное построение и вручили честно заслуженную награду – георгиевские ленточки. А те, кто собрал больше всех погонов, получили памятные призы. Анна Пилипец, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей, Саров, 24.